Здравствуйте, уважаемые любители спорта. Сборная России пополнила свою копилку 12 медалями. Восьмой день универсиады, из которых 4 золота, 6 серебра и 2 бронзы. Сборная России по хоккею вышла в финал универсиады, одержав победу над командой Канады со счетом 4-1 в полуфинале. Россия получит еще одну медаль, а вот какой она будет, это вопрос. В матче за золото россияне встретятся с победителем встречи сборной Казахстана и Чехии. Финальный матч пройдет 8 февраля. А вот женская сборная России по хоккею свой финал выиграла. В финале была бита команда Канады 4-1. Ранее в матче за третье место сборная США обыграла команду Китая 3-0. Завершается универсиада 8 февраля. Это был предпоследний день соревнований. Завтра еще будет разыграно два комплекта наград в лыжных гонках и хоккее. В медальном зачете россияне установили рекорд по числу золотых и общему количеству медалей. До чего скромничает, сборная России выиграла эту зимнюю универсиаду 2017 года. В ее активе 68 медалей, 27 золотых, 26 серебряных и 15 бронзовых. На втором месте хозяева универсиады – сборная Казахстана. С третьего места давит Южная Корея. Очень хочется, чтобы Казахстан удержал свою позицию, которую и удерживал на протяжении всей универсиады. Если это видео вам понравилось, было полезным и интересным, ставьте лайки и подписывайтесь, это абсолютно бесплатно.